Берут. Флаг берут. Принят. Леопард сняли, он тут приехал и пропал. О, леопард. Пропал, его... Сейчас там танк близко. Там... он уходит на. Может его шоу, лучше не шоу, трогать, шоу, а? Шоу сзади там, за... Я потом говорил, я потом говорил. Он ушел за поселок на... Вот такой, да. Нет, если просто... Если я понял, отработаю, то... Склады, можете подтвердить, где вражеская пехота, нет? Какие-нибудь указания? Вот. На 60 от 8 по полю бегут. Не, нет, и... надо именно маркером, ну, на радаре. Лог идет за нас! Лазером, в смысле? Лог вижу! Работает! Так, это кто у нас здесь? Пехота близко ко мне, не могу работать. Ага. Лока у нас нету. Подходите, подходите, а лучше сначала напасть, а потом лок. На мне как. Удачи, бля. Я в кусты фиговые попал. Привет. Я понял. У меня работает, да? Да, там. Марк. Марк. Тридцать далеко. Дай мне до... Бил бы, да? Бля! Лайтовый. Ну что же это, держись там. Ну восьмого, ты там тогда входишь. На четвертого. Ну восьмого, ты все так, восьмого только. Ну да, давай. Да, он прям он. Подстреливается. Yeah.
Нихуя снял, красавчик. Один танк на четвертом. Снайпера снял вражеского. Роллер, дом от вас, ровно на норд, внутри три контакта. Роллер, это ты в кустах ползаешь, это самое? Какой четверка была? На девятом плотный контакт. На домике, рядом на восьмом, на крыше. Так, физик, нам надо что-то делать с ноги, снайпер нас уже спалили. Еще один? От вас на норд в доме, ровно. Да, мы смотрим этот домик. Два контакта, ну, я понимаю, просто вы ушло. Так, чё, когда мы с тобой залетим? Бросаю гранату на 165, я видел там противника, движение. Ой, по восьмому какой же это? Ой, ну... Смотри на 120, кусты, короче, движение там идёт. Это на ИС-120. Но дома он на ИС. С родера. У второго Володи вылез мех. Сил на лоджик нету какой-то. Ну что, с полуметра? Инцидент. У второго Володи, походу, проблемы с прочностью. С точностью, говорю, с прочностью. Тут логичка неподалеку, один из них залез в нее. Вот. Блять, но он без мехода. Нет, залез обратно. Он получается самый правый маркер.